Всем привет, ребят. Ну что, настал у нас момент немножко порулить чары. Сегодня продавались на рынке коробочки. Я вот забрал. Осталось у меня 93. Еще скин. Говорю, скин Некроса. Почти 2. Собрал кучу коробочек. Сейчас мы их тоже пооткрываем в конце. Ну, сейчас мы будем рулить чары героям, выставлять некоторым. Так, кто у нас, где наш стрелок? Поехали, будем пробовать. За самы смысла особо нету, коробки продают. Поэтому будем пока так трешивать. Так, давайте будем смотреть, у кого там, кого особо я использовать не буду, будем им там уже выставлять. Такие чары, так. Малышник. Ну, давайте ему поменяем. Поехали дальше. Так, проклятое поле. Это неплохо. Так, смотрим, что у нас там по архитему. Ну, на дальников пиромага, а на ближников, на ближнего боя можно его ставить. Так, пиромаг, пятерка. Так, что у меня там на тыковке, сейчас посмотрим. А вот, в принципе, можно пока сюда поставить. Немножко силу подкачаем еще. Так, 4-5, ну, четверку. Думаю, уже особо никому ставить. Так, четверка. Так, что у меня там на Атланте делается? Так, на рогатке стоит. Ну, давайте Асурику поставим пока. Так, ослеплялка. Ну, можно обратно. Хотя лучше, конечно, надо было все-таки то оставить. Ладно. Трешуем дальше. Сейчас хотя бы всем четверки пораставляем. Там дальше будет видно. Немножко силу подкачаем. Так, Атланта ищем. Можно, в принципе, Ромина попробовать поставить как дополнительно. Пусть будет, почему бы и нет. Так. Пять. Так, смотрим, кого мы будем использовать. 5-5 здесь стоит. На Вольта. Медуза. 4-5. Можно, в принципе, на Медузу поставить. Передача энергии, это хорошо. Так, смотрим, кто у нас на урон будет собран. Одержимый. Так, капитан Дрейк. Атлант, смерть,
Минотавр. Ну, Минотавра мы будем все равно с плюс 25 делать. Поэтому смысла даже нету. Шапка. Ну, давайте пока шапки поставим. Поехали дальше. Так. Паладин. Что, у меня все уже? А, лучше все-таки бы то оставил. Так. Найт. Блин, что так не падает на русском сервере, как здесь? Так, не то. Так, на урон. Так, тут у нас 15%, тут 16%. Ну, поменяем, ладно. Но будем ждать пятерку. Так. Так, плеера можно пока выбирать. Вообще бестолковый, по сути. Так, 5-5. Интересно будет поставить, например. Малышник нет, а вот на хранителя попробуем, потестируем. Так, это не надо нам. Пятьдесят восемь коробок, жесть. Так, 4-5. Бигфут. Рейка нуждается. Так. Седна. Вот сюда поставим. Для прохождения древних испытаний. Там должно тоже неплохо помогать. Так, пиромах. Блин, тут 4-5 можно было бы поменять, но тут все равно архидемон на этом сервере очень-очень долго. Поэтому тут даже заморачиваться особо смысла нет. Так. 5-5. Поставлю сюда. Пять пять мы поставим все-таки на Ронина, потестируем вместо доспеха. Вот интересно будет. Четыре. Так, поехали дальше. Кого мы будем использовать на урон? Давайте его поставим. 4-5 не надо. Так, на урон собрано. Это можно поставить. Асурику. Опять пиромах. Блин. А сколько этих пиромагов будет?
Просто жесть. Так. Сделаем алтарь с пиромагами. Оу, доспех, отлично. Так, смотрим, кому следующий доспех. Махатма такая. Вот так вот поставим. Хочу его таким собрать. Раз и навсегда. Так, отлично. На урон это отлично. Так, ПБшка. 16, отражалка. 20. Передача. Так. Давайте поставим все. Ну, хотя, в принципе, толку от этого ограничения на ней. У нее так все равно там не будут больше, чем нужно дамажить на огника. В принципе, вот тут вариант. Потом, если что, поменяем. Так, недомогание. Хранитель, малышник. Поставим пока, пусть будет так. Для силы. Так. Попробуем так. Конечно, потом лучше все-таки на по локации доспехи поставить какие-то. Так. Опять. Опять 25. Ну, тут чисто для силы. Итого мы только 50%. 50 коробок даже еле рассмотрели. Так, Дрейк. Череп. Гарпия. Дерево. Ну, дерево поставлю. Все-таки получше будет для жизни. Так, исцеление. Ну, исцеление. Ну, выберу исцеление. Хранитель леса. Четверка мне нужна. Ловим пятерочки. И немножко ставим потом. Так, 5 пятерка. Варлок. 4, 5. Ну, давайте поставим так. Все равно толку от этого не прибавится. Так, ослепление. Ослеплялка пикси. Кнайт. Поставим сюда для силы. Хотя можно было бы и на героев, на деф, на битву гильдии, ну ладно. Плюс одна клетка, нет. Это тоже уже по сути не надо. Ловим пятерки. Так, пятерка. Ставим сюда. Так, отлично, это пятерочку мы сейчас поставим. Мы поставим на гарпию. Конечно, потом, блин, на отражалках это будет жопа полная, но ладно. Как дополнительный урон пусть будет.
5-5. На Махатме стоит, на тыковку смысла не вижу. Поставим сюда, все равно использовать не будем. Этого особого героя плюс. Пусть лучше будет так. Плюс 50 силы нам не помешает. Так, 23 у нас осталось. 5 с 5. Поставим сюда. Хотя бы забьем по максимуму для силы. Потом уже будем ждать следующую такую уже менять. Так. Так. Ара у меня, по-моему, уже с пятой стоит, если я не ошибаюсь. Можно, конечно, и Одеру поставить, но толку от этого никакого не будет. Ладно, поставим сейчас. Гарбину смысла нет. Лиделева. Давайте на Лиделева поставим. Так, 5-5. Очищающий. Еще одна пятерка, ладно. Так, на паладина поставим плюс одну клетку. Такс, окей, поехали дальше. 4-5 не надо. 4-5 не надо. 5-5. Так, а с чем у меня... Мой. Так, ник такой, хранитель такой. Стрелу Крину. Так, тут у нас собрано на урон. Там у нас даже музычка уже закончилась. Настолько долго мы этим занимаемся. Ну, поставим сюда. Пусть будет здесь. Для силы. Так, ослеплялка, очищение, не то. Добиваем, идем открывать плюшечки. Вот, отлично, еще одно. В принципе, можно поставить на малыша. Или даже сюда, пусть будет здесь. Так, с пятерками у меня там кто-то в конце требовал. Так, еще есть пару героев, как видите, у меня недокачанных, неэволюционированных. Так, ну я думаю, можно сюда даже поменять. Все равно пока не особо нужен. Пусть лучше будет пятерка на нем. Ух, наконец-то. Окей, с этим мы разобрались, не знаю, сколько мы там силы подняли, но подняли, думаю, неплохо. Поехали. Открываем плюшки. 125 сундучков. Юз. Ну что, делаем click open, как обычно.
Сейчас уже посмотрим, что нам там нападает. Книги, коробки, коробки. Коробки с Менечар, но я эти коробочки уже поставляю, не буду их уже на следующий раз приберегу. Так, жалко, конечно, что общего не видно, но... Каменка, кулачки, коробки, коробки, коробки. В принципе, такое. Неплохо, неплохо. Так, откроем, что у нас тут завалялось. Хорошо. Так, 40 этих можно тоже открыть. О, неплохо ТВ-шка. Пятая, да, отлично. Так, ну что, открываем эти сундучки. Ну, честно говоря, такое себе для этого аккаунта. Ну, пусть будет. Вот, три коробки упало исцеление. 40 кулаков, две карты топовых. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Так, ну, вроде все. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки ставьте. Качаем дальше аккаунт. Всем удачи, всем пока.